Около 15 часов 40 минут на подъездной дороге городу Сергиев Посад в районе поселка 67 километр произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114 и Audi. Предварительно автомашина ВАЗ-2114 двигалась со стороны города Москвы в направлении Сергиева Посада. Автомобиль Audi двигался во встречном направлении. После совершения столкновения, после ДТП, ВАЗ-2114 загорелся, воспламенился. По данному факту будет назначено проведение проверки, по результатам которых будет определена степень вины каждого участника. ВАЗ-2114 после столкновения с Audi выбросило в кювет, где автомобиль, судя по всему, еще ударился о дерево и загорелся. В результате от машины осталась груда искореженного металла. Уцелел только спидометр. Застывшие на нем стрелки показывают скорость, с которой водитель 14-й мчался по дороге – 160 км в час. В результате ДТП он скончался. Спасателям пришлось извлекать тело с помощью специальных приспособлений. Водителя Audi в тяжелом состоянии доставили в больницу, пока личность погибшего не установлена. Татьяна Сташенко, Феликс Дорохов, День города.